Приветствую вас, друзья мои! С вами Таро Антонина Абрамкина. И сегодня у нас Таро прогноз на апрель 2020 года для знака зодиака Овнов. Но вначале я всегда говорю о важных моментах месяца, на которые следовало бы обратить внимание. Первое событие апреля – это Меркурий, который был в знаке Рыб 2,5 месяца, наконец-то покидает этот знак. С 10 апреля все мы это прочувствуем нашей активностью. Лень пропадет. Планета Марс весь месяц будет в Водолее. Будет легче выполнять работу, особенно дачникам и садоводогородникам. Почти все будут чувствовать энергетический подъем, прилив сил и стремление к новым достижениям. С 22 на 23 апреля метеорный поток Лириды. Я об этом, конечно, позже сниму видео. Звездный дождь. Помечтайте в этот день и постарайтесь увидеть, хотя бы, если, конечно, погода будет ясная, падающую звезду и загадать желание. Если вы это не успели сделать в день весеннего равноденствия. 23 апреля будет новолуние в знаке Телец, в соединении с Ураном. Телец у нас это земной знак, это деньги, а Ураном управляет вот как раз Уран управляет Водолеями. Уран это, скажем, неожиданные действия, неожиданные какие-то события в нашу жизнь входят без спроса. Вот. Начинайте новые дела и смело принимайте неожиданное, скажем, какое-то решение, потому что будут и неожиданные везения, и важные вопросы будут решаться легче. Вот. Ну, для Овнов, скажем, Таро прогноз мы начинаем. И хочу в первую очередь сказать: с днем рождения, дорогие мои Овны, люблю вас и обнимаю. Пусть все, что вы задумали, исполнится. Солнце, личность, это планета яркая, почти весь месяц движется по первому дому вашего гороскопа. Овны станут более решительными и уверенными в себе. И еще главное событие для вас с 11 числа, то, что Меркурий, планета, перейдет в знак Овен, выйдя из рыб. Для вас это плюс, огромный плюс. И это успешными будут и договора, и контракты, потому что Меркурий именно за эти связи, новые знакомства, именно планета Меркурий решает эти вопросы. И у вас тоже, Овны, так как Меркурий придет к вам и скажет: ну, привет, мои дорогие друзья, давайте я вам помогу в ваших делах, а то что-то они у вас не продвигались. Вот. Именно в вашем знаке поработает. И все важные встречи, устройство на новую работу будут все успешными. Весь месяц удачи на вашей стороне, Овны. Будет много общения, поездок, встречи, договора. Для вас это ворота в новое. Сможете запустить многолетнюю программу, много знакомств. А программа, конечно, она у вас уже как-то зарисовалась. И есть какие-то, скажем, предпосылки того, к чему и куда вы хотите двигаться. И Марс плюс Водолей. Марс – ваша планета, покровитель, а Водолеем управляет как раз Уран. А Уран – это инновация, это что-то новое. В общем, в плане карьеры здесь вам и Юпитер помогает. Юпитер весь год до конца, до 2 декабря будет находиться как в вашем 10-м доме. А это планы, карьера, большие возможности – и бизнес, покровители. Поэтому не упускайте, Овны, шанс, потому что сейчас именно все важные планеты вам помогают. Я сейчас про любовные дела не говорю, потому что 2 апреля неблагоприятное будет ни для знакомств, ни для любовных, скажем, романтических встреч. Тем более там будет конфликт Марса. Марс – мужчина, а с Венерой. А Венера – это женщина. Вот. Поэтому лучше
все перенаправить на карьеру и на достижение важных вопросов. У меня сегодня три колоды я приготовила для вас. И первое, конечно, колесо года. И мы посмотрим, какие карты вам выпадут. Ну, а я про что? Работать, работать и работать. Видите, как кузнец кует? И здесь у него, видите, как монета. Это старание, это работа, это труд. Поэтому как бы направляйте все мысли и на дела. Здесь, конечно, будет работа много времени отнимать у вас. И здесь, конечно, возмущение как раз со стороны Венеры к вам будет. Как я уже сказала, Марс и Венера не дружат, особенно во второй половине месяца. И здесь немножечко конфликтная ситуация, наверное. Но вы как мужчина уступайте женщинам. Пораньше домой приходите, к семье, любимым своим больше времени уделяете. Потому что здесь она, вот, как видите, уже капризничает, эта Венера, и сидит и говорит: мне этого, этого, этого не хватает, внимания не хватает. То есть, вот, посмотрите, вот только говорю про планеты, да, и уже на картах уже это все отражается. Поэтому здесь вот вам сейчас надо думать, как больше заработать деньги в действительности. Вот. И эти три карты вот как раз по расположению планет именно об этом говорят. Поэтому своих близких не обижайте, как бы направляя свои мысли только на работу. То есть пораньше приходите хотя бы домой. Но если вы свободные, и ваша девушка обижается на то, что как вы мало уделяете времени ей, то здесь объясните ей, что вот такой вот важный момент нельзя упускать, потому что вот все, что вы сейчас затеете, начнете, оно позже начнет приносить большие доходы. Вот здесь это четверка пентаклей, это карта накопления, карта, скажем, уже получения дохода от вашей деятельности. Может быть, вы уже точно будете знать, что, делая это, приумножите свой капитал. А дальше у меня как колода волшебник, волшебников, тоже красивая колода. Эти все карты я недавно приобрела, и мне они очень нравятся тем, что они очень красочные и интересные. Семерка мечей. Семерка мечей, она здесь как бы говорит о том, что есть неуверенность, может быть, даже, потому что семерка — это перемена, и страхи, вот, которые вас здесь, может быть, как-то останавливают в действии, в делах. Конечно, безбашенно не нужно действовать, но тем не менее смелее и активнее действуйте, потому что здесь вот как бы, я сейчас еще к ней одну карту вытащу. Семерка жезлов. Ну, две семерки — это уже о чем-то говорят. Посмотрите, семерка мечей и семерка жезлов. Как раз вот эти страхи и ожидания в плане деятельности, в плане работы. То есть вы уже, может быть, и знаете что-то, как действовать и что предпринять. Но что-то вас пугает и что-то здесь блокирует. Цифра 7, она у нас на перемены. И все-таки здесь какая-то есть, скажем, видите, вот здесь вот руки и на карте изображены. И как бы то, что вам сейчас тормозит в вашей деятельности, вот придется здесь третью карту вытащить, я сейчас вытащу, потому что здесь одни тройка пентаклей. Ну вот, то есть, видите, у вас план, проект действительности есть, и все же какой-то блокиратор вот сейчас не допускает, как приступить к той деятельности, про которую вы уже и вроде здесь и договорились. Тройка пентаклей — это у нас творческая карта. Вы здесь уже и свой проект знаете. И, может быть, вы уже в интернете уже договорились. Может быть, уже что-то... Ну, может быть, вот сейчас с обстановкой вот такой, что у нас как бы притормозились интернет-магазины. Может, вот именно об этом говорит. У вас вроде бы уже и договоренность, и заявки, и заказы есть, а какая-то блокировка, вот, то есть, ну, то, что закрыто, поставки, наверное, с Китая в первую очередь. Вот, может быть, даже это блокирует в данный момент. Успокойтесь, дела мои, друзья мои, просто нужно время, и дела пойдут, скажем, своим чередом, просто вот надо переждать.
Вы все уже прочувствуете, что вот сейчас Меркурий вышел из рыб, который рыбы у нас вот как раз нестабильность была. А сейчас в овнах пошумят, как виноватых поищут, да? А уже с 20-х чисел уже Меркурий перейдет в знак Телец, в земной знак, уже будет практичность. И вот тут уже, наверное, дела уже у нас пойдут своим чередом. Все это успокоится, поутихнет, потому что так продолжаться кипишно не может. И вот это хаос, который сейчас во всем мире, он тоже успокоится, когда Меркурий, договора, контракты, слова, вот это все перейдет знаком в Тельца. Телец у нас это стабильность, это спокойный, скажем, знак и денежный знак. И вот здесь вот все начнет у вас поправляться, дела начнут продвигаться. Потому что я уже по картам вижу, действительно, вот это вот не хотела говорить, но про это, но карты так вышли, что мне пришлось вот сказать. Потому что овны у нас. Это бизнес и дела, они очень умные и прекрасно знают, просто в силу, скажем, тех обстоятельств, которые сейчас происходят в мире, поэтому у них немножечко сейчас бизнес как бы приторможенный. Следующую карту мы вытащим из колоды зеленых ведьм. Какая карта здесь выпадет? Карта Повелитель теней. Здесь, видите, здесь такая карта вышла. Как бы поддержка родных богов. Тени – это параллельный мир, это наши родные боги, которые следят за вами, смотрят за вами и поддерживают вас. То есть не разочаровывайтесь, не огорчайтесь в данный момент, потому что здесь просто надо переждать. Эта карта говорит, как раз надо переждать, успокоиться, и дальше пойдете как в своих делах, в своих достижениях. Поэтому вот как вышла эта первая карта, то есть работайте, думайте, расширяйте, то есть просто вот этот этап надо переждать и потом уже приступать к действиям. А у вас как бы вот эта карта, уже план проекта, они уже у вас давным-давно уже нарисованы в вашем воображении, и все равно вы к этому приступите. Поэтому я вам, Овны, искренне желаю, чтобы вы набрались терпения, потому что Овны у нас, скажем, очень темпераментный знак, огненный знак, и но переждать и как и всем, и вам в том числе придется. До новых видео, друзья. Пока.